Патефон под кроватью. А что это там у тебя такое большое? А это трофейное про искусство. Картинки есть? Тут одни картинки есть. Ну-ка дай. Ты бы послушал, как шпрехает, как фриц. Я его в прошлом году в переводчике вербовал, а он батальоном командует, а? Ой, ты во дает. Это немцы? Да, старинные. Все равно фрицы. А вот этот на лошади, худущий. Я точь-в-точь такого на мотоцикле видал. Смотри, тоже топчут народ. Так это ж выдумано. Выдумано. Я их знаю. А это кто такой? Фриц? Это не то врач, не то писатель немецкий. Да у них нет писателей. Я же сам видел, как они книги жгли на площади. Бензином облили и подожгли. Неделю потом...